7 декабря 2023 года стартовала кампания по выборам президента России. На общественных наблюдателей возлагается ответственность за проведение голосования на участках по всем правилам. В связи с этим необходимо провести обучение участников избирательного процесса. Ровно 2 месяца у нас с вами остается до время X, до начала избирательной кампании, хотя начнется у нас 15 числа. Встреча с будущими наблюдателями за 2 месяца до выборов стала традицией. Общественникам следует знать свои правила и обязанности на избирательном участке, а также ознакомиться с тем, что входит в этику наблюдателя и в золотой стандарт, который был разработан специально для них. Мы расскажем о том, в чем смысл вообще, в чем задача, основная задача и правовой статус общественного наблюдателя. Дистанционное электронное голосование впервые будет применено на выборах президента Российской Федерации. На него также, как и на очное, будет отведено 3 дня – с 15 по 17 марта. Это очень удобно, очень прогрессивно и заменяет многие виды голосования. Хотя сейчас сделали 3 дня голосования, казалось бы, удобно, да, можно выбрать любой день, но все намного удобнее. В телефон зашел на 2 минуты и проголосовал. Роль общественного наблюдателя заключается в обеспечении легитимности и честности проведения выборов, осуществлении сохранности тайны голосования и волеизъявления избирателей. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.